Уборка урожая – одна из трудоемких операций садоводства. Она требует большого количества рабочих рук и продолжительно по времени. Если на смену тяжелому, малопроизводительному ручному труду не придет современная уборочная техника, потерь не избежать. Знакомьтесь. Это новая самоходная плодоуборочная машина МПУ-1 вибрационного типа. Движительная установка с кабиной, трансмиссией и узлами управления заимствована от машины Т-16М. Свободно опускающаяся и поднимающаяся рама. Быстро и легко растягивающийся улавливатель. Штамбовый стряхиватель. Вентилятор очистки. И выгрузной транспортер. Вот основные части машины. Штамбовый стряхиватель периодически передает колебания дереву и стряхивает плоды. По наклонной поверхности улавливателя плоды скатываются на транспортер, очищаются вентилятором от легких сорных примесей и загружаются в ящики. Машина МПУ-1 применяется на уборке плодов сливы, вишни, черешни, яблок и орехов во всех зонах промышленного садоводства, в садах с междурядьями 5 и более метров. Полнота съема плодов не ниже 95%. Полнота улавливания до 98%. За час чистой работы машина убирает плоды примерно с 30 деревьев, заменяя 25 рабочих, убирающих вручную. Экономический эффект до 2000 рублей в год.